Славянске на Кубани на прошлой неделе прошел зональный этап спартакиады до призывной молодежи Краснодарского края. Будущие воины соревновались в 7 видах военного многоборья. 15 команд поборолись за 3 путевки в финал. С подробностями наши корреспонденты. На зональный этап краевой спартакиады до призывной молодежи, которая в этом году посвящена 70-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне, в Славянский район приехали команды из 15 уголков края, а это в общей сложности около 200 юношей, будущих защитников Родины. Ребята состязались в метании гранат на дальность, разборке и сборке автомата, беге, стрельбе из пневматической винтовки, выполнении силовых упражнений на перекладине. Но наиболее зрелищным стал строевой смотр. Команда! Счет! Основная и, пожалуй, главная цель спартакиады до призывной молодежи – подготовить мальчишек к службе в армии. И, как показывает практика, после участия в таких соревнованиях ребята готовы выполнять свой воинский долг. Ребята будут показывать выносливость, силу, ловкость, меткость. Все это. Это в первую очередь мы готовим детей к службе в вооруженных силах, чтобы они могли уже прийти в армию подготовленными, могли уже владеть оружием, могли и в строевой ходить, и метать гранаты и так далее. Да, призывники в соревнованиях участвовали с удовольствием, ведь это возможность показать свои способности, поучиться у других, ну и, конечно, просто пообщаться со сверстниками. Многие участники соревнований считают, что знать навыки воинской подготовки – обязанность каждого мужчины. Патриотизм воспитывать, чтобы в стране оставались патриоты. Победить, как и у всех. Хочется как бы выступить лучше всех. Готовились целыми днями. Шаровали, разбирали автомат, стреляли, пели. Ну, в основном то, что надо. По итогам соревнований больше всего баллов набрала сборная команда Славянского района. Эти юноши и будут представлять наш район на финальном этапе соревнований до призывной молодежи. Алена Лавринова, Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».